Звание серебряных призеров первенства страны и второе место завоевали Борис Иваш, Милана Милашевская, город Минск. Тренеры Кристина Канаш, Артем Мирончик. Страна, встречай победителей. Лучшая пара программы «Многоборье». Первое место. Евгений Щукин, Анна Холодинская. Город Минск, танцевальный клуб «Айденс». Тренеры Артем и Ирина Мирончик. Поздравляем победителей! На сцену для вручения памятных медалей и диплома приглашаются тренеры победителей Артем и Ирина Мирончик. И фотографы, не расходитесь. Сейчас главный памятный снимок. Тренерами, с официальными лицами, аплодисменты, все улыбаются, салют!